Приветствую, мои дорогие любители компьютерных игр. Меня по-прежнему зовут Болтун, и я представляю вам свой новый обзор на игру Many the Fly. Что это за игра такая, наверное, вопрошаете вы? Шо це таке? Ну, на самом деле все очень просто. Ну, почти. Many the Fly — это симулятор танцев, однако танцор нам попался, мягко говоря, не самый обычный. Ядрить, колотить, да это же здоровенная навозная муха! Но не спешите тянуться за тапком, не каждый ведь день встречаешь таких талантливых насекомых. Наша муха Мэнни под музыку диско лихо спляшет, и под R&B отожжет по полной программе. И главное, ничего ей не мешает, не то что плохому танцору. По сути, игрушка напрочь лишена какого-либо смысла. Тыкаешь себе на кнопки в такт музыки и наблюдаешь перформанс в виде танцующей двукрылой. Правда, благодаря отличной физике нашей мухи и порой ну уж очень забавным движениям, не улыбнуться просто невозможно. Ну а если заставить Мэнни танцевать под свои треки, то... понеслась! Ой,